Кстати, вот возвращаясь опять-таки к выступлению Арины, я так подумала, что, наверное, у Арины мячик такой самый успешный предмет, потому что и лучший результат на чемпионате мира она именно с мячом показала и выиграла. Она с мячом и выступала только, поэтому. В принципе, вот она будет потом делать еще ленту, и лента достаточно удачная. И плюс, конечно, после чемпионата мира в Москве много добавили в упражнения, усложнили, понимая, что девчонкам надо учиться новому, они в следующем году уже будут выступать по-старшему, а у старших, как говорится, нет потолка. Да, и еще одна участница чемпионата мира, но выступала Полина в групповых упражнениях в Москве. И сейчас она вновь в личных соревнованиях. Да, такая улыбающаяся, жизнерадостная. Кстати, тренирует Полину Марина Лобач, которая, собственно, на чьи призы и проходят эти соревнования. Ну, Люба, вот насколько вот эти вот переходы в групповое, в личное в течение одного сезона сложны для гимнастки? Это 100% сложно, но это и очень важно, допустим, если касается Полины.